ходили мы сейчас по экспозиции, в основном все взрослые люди. Я просто поражена, как это все сделано, как это красиво. И когда это нам-то, взрослым, как это интересно, сколько мы еще сами не знаем всего о нашей истории. Мы очень много не знаем. А как будет интересно этот творец, которая сюда будет приходить с экскурсиями, которая будет это читать, смотреть, изучать, вникать во все это. Я очень верю в то, что этот центр, этот парк, эта историческая метка в нашем городе, которая здесь появилась, спасибо огромное всем, кто в этом участвовал, всем, кто приложил к этому руку, скажем так, она станет опорой для нашей молодежи, для наших детей, потому что нам действительно есть чем гордиться. Есть чем гордиться, есть исторические факты, которые мы должны впитать в себя, должны детям передать, внукам передать, для того, чтобы они с этим жили и любили свою родину, любили свою страну. Спасибо вам огромное. Поздравляю всех с открытием такого замечательного исторического парка «Россия, моя история» в нашем любимом Мелитополе.